Я все же решил поставить клип, который я снял для Натальи Медведевой и ее группы «Трибунал». Натальи, к сожалению, уже нет с нами, но ее творчество продолжает сиять, как недоступная для нашего обывательского сознания звезда. Она пришла к нам как ураган чувств, эмоций и любви. И ушла, оставив нас гнить в этой пустыне хамства и жлобства. Я был рад встретить ее на своем пути и снять для нее этот клип. Мы полетим во сне.